WBC признал Головкина человеком года. Маурицио Сулейман отметил заслуги боксера не только на ринге, но и вне его. Всемирный боксерский совет WBC во время своего конгресса, который проходит в Астане, признал казахстанца Геннадия Головкина человеком года. Головкин – человек 2017 года по версии WBC за все то, что он сделал для бокса как внутри ринга, так и за его пределами, заявил Сулейман. Ранее промоутер Головкина назвал предварительную дату реванша с Альваресом. По материалам сайта news.com.